Лацарам завяр за кумя писитов с натула у архатарашек зыргало документа кипхра за система адзыргара. Ария проекта хутака у садулан у растыла. Адзыргара язгыза официал пусме в гапьялаху на пснахадара ульха джимбажула рейза рахантуи Валерий Бганба паза министр Артурам Куаба и хабыр архатар накча. А проекта у сады зулоз у растыла пяхюнд кара дырга а усбрта а усвича. Айла пара артуа паза министр Акпиха тэпой Шамил адзын бихвейт яцы шамеб газап с натула шукчуц атыжира за Усура. Уи шахнар базала, хатула шукчуц корыла, а у апсыра рекур шара хазых ёб хазгуэтит яра. Хатырску апснахин кара хадар, хатырску висча, яхка азасасча, яхя, шеда хагалот, япцоз а система апсуа паспорт, апсуа толови паспорт, атараза система джитси, яра паспорт хата, яхя наркана, абри ус харукшоп, Абри нахас, яхя нахас, халагод, аши шиха, аши шиха зыс, хамакяна яра апханат проект хасабала адзан агуа паспорт хукшакварчо, агуа район нихпа, аши ха район корехти нейцахны, халагод а паспорт атара. Убрякан бихапи хазейза завусаза, убри цакас яму брио. Сегодня предстоит нам всем увидеть презентацию, и по большому счету Гознак сдает Республике Абхазия работу по созданию бланков, общегражданских бланков внутренних Республики Абхазия и вида на жительство, а также новая электронная система выдачи паспорта. Здесь присутствует, как я уже сказал, Кадьевич Трачу, сам генеральный директор Гознака, посчитал необходимым, нужным в этот очень важный для нас день приехать и лично провести, как говорится, первое апробирование этой системы, ее презентации. Присутствует Виктор Анатольевич Барилкин, первый заместитель, присутствует Саев Алыч Чербаков, присутствует Олег Юрьевич Барсуков и все ребята, которые здесь, приложившие немало усилий, своих знаний к тому, чтобы эта система у нас заработала. Хочу сказать, я это говорил не раз, самый первый момент, когда мы встретились, это было 2015 год, февраль месяц, Аркадий Владимирович Трачук заявил сразу, работа с Абхазией не является коммерческим проектом для Гознака. То есть нас они как клиентов не рассматривали, как только партнеров и друзей. И всей своей работой в течение таких года с небольшим, это они на практике доказали. Вот мы это видели воочию. Сегодня система, по большому счету, уже готова. Мы провели вчера пробный запуск ее, выдали первые паспорта, паспорта здесь, и обладатель этих паспортов тоже в зале присутствует. Сегодня в торжественной обстановке президент страны будет вручать им эти паспорта. Вот. Сегодня также мы продолжили эту работу. Вот. Скажу так, первый блин далеко не комом, все нормально. Это нечто новое. Даже сами сотрудники паспортного отделения, паспортное управление новосозданного, сами понимают, что вот с такой системой не сталкивались. Скажу прямо, практически, не придя в паспортный стол, наш паспорт новый получить невозможно. Его не получит паспортная система, его не выдаст. Все это будет показано во время презентации. Поэтому, уважаемые друзья, хотелось бы продолжить работу в следующем. Сейчас нам покажут тот видеоролик о вчерашней нашей работе. Весь процесс с момента прихода человека в паспортное отделение до выдачи паспорта на руки, весь процесс вы увидите. В соответствии с подписанным между правительством Республики Абхазия и федеральным государственным унитарным предприятием Гознак контрактом были изготовлены бланки нового образца паспорта гражданина Республики Абхазия внутреннего общегражданского. После того, как были получены бланки, также был осуществлен монтаж новой системы выдачи и учета паспортов. Система абсолютно новая, было приобретено все необходимое оборудование. Также был произведен, значит, необходимый ремонт паспортных отделений. В настоящее время, сегодня мы присутствуем при, значит, первой выдаче паспорта гражданина Республики Абхазия. Паспорт выдается гражданам Абхазии с 14 лет. Документы принимаются по месту жительства граждан, прописки в данном случае. Инспектор должен удостовериться в том, что количество документов соответствует перечню, а также их достоверность, подлинность, как бы, ну, визуально определяет.
После того, как будет, значит, проверен перечень и его достаточность, осуществляется заполнение на компьютере заявления от гражданина. При заполнении заявления, помимо информации, которая предоставлена гражданину, также используется информация, которая путем устного опроса гражданина дополнительно может возникнуть необходимость в вводе информации. Гражданин информируется о том, что в случае, если он какая-то необходима дополнительная устная информация, о том, что гражданин несет ответственность за достоверность этих сведений. После того, как инспектор удостоверится в наличии необходимых документов, осуществляется заполнение заявления и также будет осуществлено сканирование документов. В отличие от прошлой системы, эта система автоматически принимает все документы, то есть бумажная составляющая минимальна. Обращаю внимание, что система сформирована таким образом, что невозможно несанкционированно изменить данные, которые вводятся в систему при заполнении заявления. То есть, если оператор допустит ошибку, у него будет возможность напечатать новое заявление, изменить данные, но система запомнит эту ошибку, запомнит также лицо, которое совершило эту ошибку, когда была совершена эта ошибка. Это исключает любую возможность подлога данных, которые вводятся в систему. Всегда будет возможность в любое время определить лицо, которое ввело данные. И это лицо несет ответственность. На всех этапах любая буква, любая цифра, которая вводится в систему, не подлежит несанкционированному изменению, ее невозможно удалить. Гарик Чикович, вы фамилию меняли? Никогда не. После того, как оператор заполнит заявление, заявление распечатывается, на него наклеивается фотография заявителя, и после этого заявление с фотографией выдается заявителю для того, чтобы он ознакомился с данными, а также подписал это заявление. После этого оператор осуществляет сканирование подписанного заявления с фотографией для системы. Система автоматически обрабатывает данные, которые указаны в заявлении, оттуда снимает сама фотографию, подпись заявителя. Информация с этого компьютера автоматически в режиме реального времени поступает в центр обработки данных. Там информация обрабатывается и поступает, соответственно, в паспортное управление, где непосредственно будет осуществлен выпуск паспорта. После того, как вся информация будет введена в систему, заявителю будут возвращены документы. Следующий этап является сканирование отпечатков пальцев. Сейчас у всех заявителей есть возможность сдавать отпечатки пальцев непосредственно в месте, где сдаются документы. Без того, как сдать отпечатки пальцев, система не примет информацию на обработку. Инспектор примет документы от заявителя. Заявитель направляется в комнату, где осуществляется снятие отпечатков пальцев. Это обязательное условие. Без снятия отпечатков пальцев система не примет документы на обработку. В отличие от того, как это было раньше, отпечатки пальцев сейчас снимаются непосредственно в отделе, где сдаются документы. Для этого были специально закуплены сканеры портативные, вот они здесь стоят, которые позволят максимально быстро и комфортно снять отпечатки пальцев. Помимо того, что эта система позволяет идентифицировать гражданина, также эта система автоматически осуществляет сверку данных по отпечаткам с теми, которые были сданы при предыдущей паспортизации. Это также позволит нам выявить факты, когда могли бы быть случаи подлога отпечатков пальцев, или когда одно лицо, значит, сдавало документы, а другое сдавало отпечатки пальцев. Такое тоже нельзя исключать, и эта система позволит все эти факты выявить. Обращаю ваше внимание, что как только оператор приступает к съему, снять отпечатка пальца, у него уже на компьютере выводится вся информация заявителя, его фотографии, его личные данные. Он, значит, визуально удостоверяется, что это тот же человек. Потом система сама показывает, какой отпечаток надо приложить. Она полностью автоматизирована. И эта информация также автоматически привязывается к личным данным заявителя. После приема документов в паспортном отделении вся информация через каналы связи поступает в паспортное управление МВД Республики Абхазия. После дополнительной проверки данных, которые были внесены в паспортном отделении по месту сдачи документов, материалы поступают в
центр персонализации паспортного управления Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Центр персонализации осуществляется непосредственное введение данных на бланк паспорта, а также распечатка самого паспорта. Помимо данных, в паспорт также впечатывается фотография, которая наносится на специальном принтере. Сейчас мы находимся в центре обработки данных. В данном центре осуществляется обработка всех данных, поступающих от паспортных столов по всей Республике Абхазии. Здесь осуществляется обработка и хранение данных, которые также поступают в паспортное управление. Центр обработки данных находится в защищенном месте, отвечает всем необходимым требованиям. Доступ в центр ограничен, есть только определенного количества лиц, которые имеют право доступа. Доступ осуществляется только тем людям, которые имеют право на этот доступ. Мы сейчас вам продемонстрируем само оборудование. Данные поступают в центр данных по локальной сети. Центр данных физически не соединен с остальными открытыми сетями типа интернет. Соответственно, данные абсолютно защищены и от любого несанкционированного доступа или изменения, или повреждения. Доступ к этим данным имеет абсолютно ограниченный круг лиц. Все данные, которые переносятся по сети, зашифрованы в несколькими программами, специальными программами. Перед выдачей паспорта заявитель проходит процедуру верификации, которая заключается в том, что система осуществляет удостоверение данных с тем, чтобы определить личность заявителя с личностью человека, который пришел за паспорт. Сверка данных осуществляется посредством того, что у заявителя снимаются дактилоскопические данные отпечатка пальцев. На завершающем этапе выдачи паспорта, после того, как была осуществлена процедура верификации, окончательной процедурой является проставление необходимых штампов в паспорт. В данном случае ставится штамп по прописке гражданина, а также ставится подпись начальника паспортного стола, ставится печать соответствующая, а также ставится подпись заявителя. Уважаемые присутствующие, гости, ну, видно, что проделана большая работа, создан один из важнейших документов для любой страны, в том числе нашей, причем работа сделана на хорошем качестве, и вся процедура получения, она под контролем, там не могут быть совершены ошибки, потому что программа составлена так, что в любых действиях она проверяется, и причем легко выявляется, кто совершил ошибку. Я надеюсь, что таких ошибок у нас не будет, причем это не забюрократизированное получение паспорта, но всегда получение такого важного документа, как паспорт, всегда нужно какое-то время, и наши граждане думают, что понимают. В отличие от предыдущего нашего паспорта, защита этого документа значительно выше. И в этой связи я хотел бы прежде всего поблагодарить всех, кто принимал участие
в разработке этого документа от имени правительства. Это, вначале это был парламент, этот вопрос рассматривался, затем этот вопрос рассматривался уже в правительстве, президент занимался конкретно этим вопросом, выделяли соответствующие суммы. И, конечно же, кто непосредственно занимался, я имею в виду, правительство занимался им вице-президент Азербайджан Шамиль Умарович. Работа проделана большая. И хотел бы коллектив Госзнака сказать большое вам спасибо за то, что вы понимали наши трудности, входили в них и решали этот вопрос поэтапно. В итоге мы имеем сегодня продукцию, на которой мы вас всех благодарим. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Глубоко уважаемый Рауль Джумкович, уважаемые коллеги, друзья, партнеры, считаю, что Госзнак с полным правом может себя считать таковым здесь, в Республике Абхазия, на протяжении многих лет, еще до признания Республики России, Госзнак сотрудничал с Республикой, помогал, взаимодействовал и продолжает это делать впредь. Сегодня мы сотрудничаем и по линии Национального банка Абхазии, и по линии Министерства внутренних дел. Расширяются сейчас контакты и работа с Министерством финансов. И считаю, что у нас задел очень большой. Если же говорить об этом проекте, то, на мой взгляд, он знаковый. Он знаковый, потому что и для Госзнака, и для Республики Абхазия. Он позволяет перейти на другой уровень взаимодействия внутри Республики Абхазия с гражданами по оказанию государственных услуг, потому что значительная часть технологий, которые там применены, они в полной мере соответствуют пониманию современного электронного государства и возможности оказания услуг в электронной форме. Это может быть хорошей основой для такого развития. Второй момент состоит в том, что те технологии, которые использованы, они действительно сегодня относятся к числу самых современных, не только в контексте опыта Российской Федерации, но и в целом мирового опыта, потому что использованы лучшие наработки, те, которые сегодня есть и в Российской Федерации, и наш опыт в других странах, и просто опыт, который нам известен и который используется в других странах. Это все то, что было показано в короткой презентации, совершенно точно показывает тот уровень безопасности, который был заложен на всех этапах разработки, информационной безопасности, безопасности физических документов, бланков, усиленная их защищенность. Все это должно создать уверенность у людей в том, что тот документ, который они держат в руках, действительно высоко защищен и в полной мере подтверждает их права как гражданина Республики Абхазия. Для нас также важно подчеркнуть, что мы понимаем, что это только первый этап, важный, который показывает то, что та команда, которая работала и со стороны Госзнака, и со стороны Республики Абхазии. Кстати, я хочу поблагодарить всех участников проекта со стороны Республики Абхазия, потому что без них этот проект, естественно, не состоялся бы. Но это только первый этап, реализованный в городе Сухум, и очень хорошая основа для расширения и для продолжения этой работы по всей республике, для того, чтобы у всех была возможность в местах их проживания, там, где это удобно, реализовать свои законные права. Мы со своей стороны, конечно же, приложим все усилия для того, чтобы у людей возникло ощущение, что проект, что государственные деньги потрачены не зря, и люди, которые придут получать эти услуги, получат их быстро, качественно и в те сроки, которые полагаются по закону. Но и самое главное, чтобы у нас наша главная задача, как уже сказали коллеги, мы не рассматриваем взаимоотношения с Республикой Абхазии исключительно с коммерческой точки зрения. Для нас это отношение партнерства, отношение дружбы. Для нас самое главное, чтобы этот проект подчеркнул очередной наш, завершил очередной этап в наших отношениях и дал основу, фундамент для развития этих отношений. Спасибо большое. Ну, сейчас самое интересное и торжественное. Вот четыре гражданина Республики Абхазия, которые пришли вчера, получили паспорт. Рауль Джумкович, пожалуйста, вручите им. Будет, с ваших рук будет им очень приятно.
Гражданин Кабба Аслан. Ну и супругу заодно. И Навшибалиса, проходите, пожалуйста. Молодая пара. Маршан Зураб. Вызвался добровольцем, мы не отказали. Азенба Гаритигович. А проект Аусадулара Мяпысон Юниски Жип Шуксараха Сарех Система Зигехтанцан Шмиллион Кмат. А то лучше Хухартара за Айски за Аусады Рулет Апсу Сахетахуча. А на Юсу Ялагалан Ахчара Дыргаква. Юниски Жок Шуксенер Кнапс. Юниска Бяускур Министр Рекунархета Электрон Толу и Рашху А Система Аусадулара за Ятаху Амаруга Квазиге. Виш Юни Жебанезик Царапаспорт Кве. Юни Жебанезик Анхаразар Шахатка Кве. А Вендкара Дырга Усберт Апсныка Янагет. Юниски Жок Шукса Анджамтаза. Ариатула Уишхучи Делапия Дырга Куэ, Адаха Курырбш Зариран, Хасаб Рызун, Ажид Запи Апсу Орнамент Куэ, Счезапсаху Апшиф Куэ. Хархура Рыта Нафинткара Дырга Усбарта Яту, Ашарта Дырал Зыршучи Делапия Программа Куа. Адзыргара Чиширха Зал, Ария Паспорт Вяшукса Чхварам Упуила Сыхадзом. Апснава Апсыр Атула Уишхучи Цхурила Рекур Шаразана Юспия Этап Хацыр Кхойт, А район Кузигирчу Аусура Ахуак Царала. Элана Лашире Беслан Джинджал, Тимур Гугухия, Апсуа, Телехопшрам.